Так, ну что, продолжаем наш роллинг. Второй заход. Девятьсот девяносто девять. Есть. Ну, поехали. Как и обещал, буду чуть-чуть медленнее. Хочу посмотреть. Коробка, кулачки. Посмотреть, все-таки зависит ли скорость и выпадение. В принципе, это как бы бред, но попробуем так. Видите, тут что скорость, что так рулить, падает все равно одно говно, кроме кулаков, конечно. Так, 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 поехали, опять будем быстро, потому что не хочу и вас задерживать, и сам долго заморачиваться над таким роллингом. Привет, спасибо. Так, что там у нас на битве гильдий? Охренеть. Против нас гильдия миллион. 18 миллионов. А у нас всего-то 14. Рандом, конечно, жесткий начался. Ну, посмотрим. Так, побежали дальше. Пока ни одного героя даже не упало. Надеюсь, за второй заход нам хоть кто-то упадет. Так, что там, тыква упала? Десять слизняков. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Они, кстати, сразу приходят на склад, не на почту. Вроде так. Сейчас посмотрим. Да, сразу на склад кидает. Это, в принципе, хорошо. Тыковка упала. Второй раз. Вот второй 20 осколков. Странно, что они скин тыквы не добавляют. Скин очень кайфовый. Видимо, из-за этого его и не добавляют. Параметры дает тыковки очень классные. Сейчас зайдем на халяву. Давайте доролим сначала. Потом зайдем, посмотрим.
Акции не грузятся. Ну, такое бывает. В последнее время у нас на русском сервере реально очень много проблем с акциями. Очень много вопросов, почему они ничего не делают с этим. Нет, пока мы никого не ловили еще. Ребят, донат сейчас отключен. Честно говоря, гильдии рекламировать на этом стриме точно не буду. Этот стрим чисто для того, чтобы люди видели, как падает. Еще 10 камней. Супер. Ну, я этому очень рад. Вот это то, что надо. В будущем бодибилдингом заниматься. Вот недавно встретил своего тренера, который меня тренировал, когда я выступал. Ну, мы так с ним переговорили. Ностальгия, конечно, была, вернуться захотелось. Но потом просто я вспомнил, сколько это мучений, сколько времени надо на это все. Это образ жизни надо менять. И реально ты отдаешься. Ну, это не такой там особо спорт. Ну, оно того не стоит. По молодости, там, когда ты студент, еще есть куча времени. Можно это делать. Ну, это если у тебя есть желание, конечно, там выступать, профессионально заниматься. Но в дальнейшем в жизни это тебе никак не поможет. Сейчас, конечно, по сравнению с тем, когда я занимался, тренировался, выступал, совсем разный уровень. То есть в плане там спонсоры, в плане всего. То есть на этом можно реально офигенные деньги зарабатывать. В принципе, я и могу это зарабатывать. Для меня пойти там за 2 месяца набрать офигенную форму и стать тренером, даже, ну, там, персональным, просто чисто ради интереса, это не проблема. Но все опять упирается в время и в то, что мне это как бы пользы особо там не принесет никакой. То есть это для меня просто трата времени, которого на данный момент не очень сильно много. А так чисто, если там ребята хотят чего-то себе доказать, добиться чего-то, какой-то результат, чтобы был, это в принципе неплохо, это лучше, чем сидеть там курить, бухать и шляться где-то. Любой спорт — это всегда плюс. Главное не сильно тоже увлекаться. Если ты уже переходишь в профессиональный спорт, то надо задуматься над тем, надо ли оно тебе. Потому что профессиональный спорт — это далеко не любительский. Так, опять там что-то упало. Мне показалось, вроде упало что-то интересное. Ну, карта — это вообще супер, супер дроп. Это как в ОБГ магазин от пистолета. Тыковка. 30 осколков. Да, руны уже, конечно, падают не так. В прошлый раз я набил, по-моему, коробок. Сколько там? 37 штук, если я не ошибаюсь. Ну, не 37, но 30 с чем-то набил. А рун, я думаю, должно быть штук 60. Тыква нормально стоит. Ну, в прошлый раз я тоже собрал 60 осколков за 700к. Это немало, скажу так. Но скин кайфовый. Он того стоит. Конечно, не таких денег, но его получить надо. Уклон плюс жизни дофига.
Что-то кулачки в этот раз слабенько идут. Ну, анимацию на тыкву они не переделали. Главное, что скин хороший добавили. Честно говоря, мне я не особо там на тыкве заморачивался над анимацией. Там Гаргул прикольно выглядит, Вальтор вообще офигенно. Все остальные как бы не особо интересуют. От них главное, что он атрибуты дает хорошие. Что сейчас нам опять? Камень аугментации, либо карта упадет. Ну, 1000 кулаков. Хорош. Так. Сейчас посмотрим, что там у нас за изменения есть. Сейчас я добью до нуля. И сделаем перекур пальцу. Так, что тут интересного? Тут ничего вроде не поменялось. Ну, может, надо будет перезайти, посмотрим. Пока здесь еще надо раз 10 забрать. 9. Ну, вообще кулаки начали хреново сыпать. Через раз. Так, сетик. Даже два сетика. Подряд, причем третий, четвертый. О, сеты начали давать, кулаки перестали давать. Давайте еще сетик. Смотрите, как сеты начали сыпать. Так. У меня, походу, не обновило. Так. Привет, спасибо. Кулачки. Еще 10 рун, ребята. Это, ну, это, вот это мне нравится. Когда именно падает именно такие призы. Потому что я все кулаки буду сливать именно на руны, на прокачку героев. Ничто так не радует в этой акции, как плюшки за кулаки. Так, еще 5 раз. И посмотрим, что у нас за следующих 200 упало. Опять полный этот инвентарь. Кстати, может быть проблема, хотя я думаю, значков почета мы все, ну не все мы сможем отролить, но большинство. Где там эти? С них, по-моему, книги дают, да? Ну, книги тут по 999 будут. Толку никакого. Побежали пока дальше.
потом будем ролить. Да, 400к, куча плюшек, ни одного героя, ни одного. Так, добрали еще один сундучок. Коробка. Ну, пусть будет коробка. Лучше все-таки, чем карта. Да, сейчас добьем и сделаем перекур. Посмотрим, что да как. Посмотрим в акции и потом через минут 5 пойдем дальше. Разработчики, наверное, не думали, что кто-то будет столько именно тестировать эту рулетку. Все, есть. Вот мы слили. Ну, я не сказал бы, что слили. Мы, получается, потратили, даже так можем сказать, выгодно потратили в моем случае. Вторых... 200к. Героя мы так и не получили ни одного. Так, смотрим, что у нас получилось по плюшкам. Плюс, аналогично, плюс, грубо говоря, 100 пачек кристаллов героев. По кулакам 36, приблизительно одинаково, 40к. Тут уже пачки дособираются, да, ты что? Куча ЗП-шек, значки почета я даже считать не буду. 200 карт, 150 монстр пропусков. Одна коробка, по-моему, в этот раз две руны. Или одна выпала, уже не помню. Ну, это такое. Смотрим дальше, что там. Карта нам упала. 28 сетов, ну, немного. Раньше больше падало. И пока вроде все. Все. Так, делаем перекур и дальше будем бегать, смотреть.